дегустации сорт пива от уже известной вам американской пивоварни из Мичигана Sagatuck Brewing Company. И это Darker Than Your Soul Stout. Кто позабыл историю пивоварни, может легко освежить ее в памяти, пересмотрев видео номер 118, а я сразу же приступлю к дегустации пива. Итак, Darker Than Your Soul. Довольно длинное название сорта, которое переводится как «темнее, чем твоя душа». Содержание алкоголя в нем 6,5%, начальная плотность сусла 18,7%, горечь 54 единицы IBU. В составе вода, солод ячменный, хмель, дрожжи и натуральный ароматизатор кокос. Бутылка традиционной для данной пивоварни емкости 0,355 темного стекла. Крышка с логотипом пивоварни буквы S. Этикетка круговая, очень мрачная. На темном фоне надпись кровавыми буквами Darker Than Your Soul. Ниже изображение смерти в балахоне и с косой, на которой обвелась змея. В правой руке череп с горящей свечой. Жутко, страшно и зловеще все выглядит. Внизу логотип пивоварни, дата розлива, левее ссылка на сайт пивоварни, какие-то традиционные надписи о осознанном употреблении. Справа позиционирование стиля, основные характеристики, адрес пивоварни, штрих-код и надпись, сделанная в Мичигане. Кто надоумил пивоваров на такой зловещий дизайн, я не знаю. Но предвкушение пугающее. Давайте пробовать. Пиво абсолютно черного цвета. Цвет настолько черный, что напоминает колу. С кремово-бежевой пенной шапкой, невысокой, но очень однородной. Кремовый такой и довольно устойчивый. Карбонизация спокойная. Вот таким вот образом пиво выглядит в бокале. Давайте пробовать. Аромат солодовый, горько-шоколадный, с тонами кофе и какао, жареных солодов. С легкими акцентами ванили и кокоса. Вкус выраженный стаутовый, жарено-солодовый, насыщенный большим количеством кофе, какао, горького шоколада, горелых тостов, сладкой патоки, овсяного печенья, с нотами ванили и кокоса, торфяными и ромовыми нюансами. Тело среднеплотное, гладкое, кремовое. Заявленные 54 единицы IBU едва проявляются за солодовым богатством и алкогольной серьезностью, некоторой землистостью и травяной горечью. Послевкусие продолжительное, горелое, с проявлениями шоколада и кофе. Довольно алкогольное и сладкое. Резюмирую. Сладкий, черный и довольно алкогольный, серьезный напиток для взрослых, искушенных любителей пива. Зловещий, но мягкий, опасный, но желанный. С ним нужно быть очень осторожным, и изображение на этикетке предупреждает нас об этом. Прекрасный представитель стиля American Stout, но чересчур мрачный и зловещий. Будьте осторожны, он с легкостью перенесет вас на темную сторону. Я предупредил. Регулярная стоимость данного сорта в емкости 0,355 в Украине порядка 75 гривен. И это около $2 70 центов на американские деньги. Но я его приобрел по акции со скидкой 50%. И это отличное пиво по приятной цене. А на сегодня у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если видео понравилось. Будет интересно. Пока-пока, друзья.